вчера 3 роя собрал. Еще вот поехал за 2 роями. Сегодня целый день с перерывами были дожди. И вон идет туча. Хорошая гроза, походу, пьесы будет. И вот думаю, надо как-то все это дело успеть. Все бегом, 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 бегом. Вся наша такая жизнь. Скулить некогда, поэтому быстренько план действий. Приезжаю, на дерево прыгаю, снимаю и уезжаю. Опа, как на гололеде. Еще и оффроуд. Траву убрали, в принципе, даже и хорошо. Сейчас кондиционер включу опять. В тот раз я здесь ездил, когда ловушки вешал, тут машину было не видать. А сегодня, в принципе, это нам даст, то есть мне даст. Ехать чуть-чуть, можно цепануть бот поле, если буду буксовать. Туча вон приближается. Гремит. Фронт такой обширный. Поэтому надо спешить. И знаете, я вот стал замечать от этого. И верите, нет, практически уже полтинник. Опа-на, вот это гремит. Тут некогда философствовать долго будет. Вы знаете, от всего вот этого я начал получать кайф. Что жизнь короткая, я смотрю. Очень стремительно жизнь пролетает. И после 40 уже по большому счету спешить некуда. После 40 надо наслаждаться жизнью. Так, сначала ломлюсь к дальней ловушке, наверное. Отя! У меня где-то в распоряжении в лучшем случае минут 20. Минут 20, не больше. Да. Неплохо так. Опа, опа. Опа. Неплохо так сверкает. А у меня еще передняя... Ляха-муха еще. Что-то там еще газ замудрил. Пришлось на бензин переключаться. Да. Надо быстро-быстро все делать. Все, ребята, отключаюсь. Так, ребята, реально не до съемок. Вот вам показываю, что снял ловушку. Потому что начинается уже гроза. Еще вторую ловушку надо успеть снять. Как все сниму, машину загружусь, все вам расскажу. А сейчас реально некогда. Но это те моменты в жизни, которые потом до самой смерти можно вспоминать. Фу. Блин, реально не до искусства сейчас. Сейчас, наверное, нахрен снят. А мне еще надо одну ловушку успеть снять. Мне надо буквально минут 10 назад, минут 10 всего нужно, в принципе, для работы. Я эту ловушку очень быстро снимал. Вот. В принципе, сюда уже... Вон, видите, какая гроза. И ветер уже начинается сильный. Вот такие дела, ребята. Прямо как задувает. Надо быстро-быстро-быстро снять вторую ловушку и прямо мухой темнает. Но зато, знаете, когда помирать буду, есть хоть что вспомнить будет. Есть хоть что будет вспомнить. А не то, что как сидеть у зомбоящика. Да. Аж как-то немножко очковато. Очковато даже немножко. Ладно, ребята, все. Некогда. Бегом-бегом надо. Так. Итоги. Значит, рой один сняли. Вторая ловушка. Хоть и было активное движение, просто оказалось, что там были разведчицы. Значит, ловушку оставил. Пусть дальше висит. Через неделю-две приеду, проверю. Хотел сюда... Опаня! Хотел сюда вывести семью на бензосбор.
на рапс. Но рапс уже процвел. Ну да, как-то стремновато в лесу во время грозы находиться. Машине-то очково. А так тем более. Ну вот, видите, что творится. Ладно, поехал я домой. То есть еще один рой я привез. Фу. Ну вот как тот рой я быстро снимал. Я так давно не снимал. Ладно, едем домой. На сегодня приключений хватит. Еду обратно, еду с блокировкой. Дорогу развезло, ливень. Но, честно говоря, вот именно такие мелочи и потом вспоминаются. А не сидение в четырех стенах у телевизора. Кому-то, может, и Турция на пляже лежание пьяным тоже вспомнится. У каждого свои воспоминания. Ну вот, ребят, в принципе, сегодня я еще рой снял. Потом, ух ты как, сверкает. Завтра на работе, послезавтра, если буду жив, покажу, что попалось и сколько натащили меду. Ну вот, в принципе, у меня, наверное, сегодня и все. Ну, наконец-то хоть все нормально полило. А то такая жарища была, 30 градусов. А сейчас упало до 18. Сколько сейчас за бортом? О, даже 15 градусов. Температура упала в два раза. Ну все, пока. Ну что, крышку я снял. Сейчас глянем, что есть. Ловушка висела 2 года. Так, сверху была газета. Газета вся изгрыжена. Ну и сейчас глянем, что там есть. То есть пересаживать я буду сейчас в данный улей. Его разверну, скажем так, на юго-запад. И будем пересаживать. Я вам покажу, что там попалось. Мне самому даже интересно. Ловушка висела на рапсе. Маску пока не одел. Не знаю, что за пчела. Так. Это у меня был лис вощины. Засеян. Рамочка засеяна, отстроена и засеяна яйцом. Как была в центре, так и оставим в центре. Домик улей не стал чистить, потому что там внизу мед есть. Я думаю, сейчас они его возьмут. Не зря туда в бурю ездил. Так, еще рамочка. Ну, здесь уже и так видать невооруженным взглядом, что есть детка. Скажу так, матку если увижу, то покажу. А если нет, то специально даже искать не буду. Так, эта рамка очень тяжелая, медово-перговая. Они вон ее даже запечатали уже, поэтому поставлю ее сразу с краю. Я говорю, матку даже я не ищу, потому что если увижу, так увижу. Ну, пчела относительно спокойно, видите, как я работаю. Может, вот нету на пасеке общей нервозности. И вся пчела ведет себя спокойно. Так, здесь яйцо. Здесь яйцо.
Ой, это вся рамка залита тяжеленная. Это вся залита. Не знаю, пока матка не попадалась, да и особо какая-то синяя пыльца. Я особо не смотрю. Ну, матка, сами видите, есть. Так, крайняя рамка. Может, где-то и на стенках ползать, то есть, если найду, то обязательно покажу. Так, главное ничего не просыпать. Так, рамка полностью залита напрыском. Но это, по всей видимости, рапсовый мед, потому что пчела стояла на рапсе. И крайняя рамочка, видите, пчелы вон сколько. И пчелы полностью, довольно-таки, скажу так, хорошо. Такой добрый рой. И по злобливости, и по количеству пчелы. Вон и там они сидят еще. Даже не помню, эта рамка привинчена, нет, потому что в том году... Так. Ну, отчитайте сами, сколько примерно здесь меда. Ну, эту рамку сейчас с краю поставлю. Ее в этом году, в этом сезоне на выбраковку. Так, сейчас я матку поищу, пока выключусь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь примерно на процентов 70 залито медом. Считайте по килограммам сами. Так, ребят, я занимаюсь бакфастом, тем более заказывал маток племенного спаривания. То есть, если кому нужно, если кому нужно, вот эту маточку, я найду ее обязательно. Если нужно, обращайтесь, договоримся. По большому счету, сами видите, улей открыт, меня никто не трогает. У многих, многие об такой пчеле мечтают, но я к этому шел 6 лет. 6 лет потратил много нервов, потратил средств. Наконец-то я добился того, что хотел. То есть, если нужна такая матка из этого роя, обращайтесь, пишите. Я думаю, договоримся. В принципе, у меня все. Всем всего доброго. А сейчас я... Надо еще успеть пару ловушек повешать, потому что рои еще будут. А у меня на этот рой немножко другие планы. Но кому интересно, подписывайтесь. Обязательно все будет. Но будет немножко позже. Сейчас реально заниматься съемками нет времени. Всем всего доброго. Удачи вам, добычи, здоровья, мира. С уважением к вам, ваш Сергей из колхоза «100 лет без урожая».